Медпомощь рядом с домом. Депутат Мособлдумы Николай Черкасов проверил работу фельдшерско-акушерских пунктов в городском округе Щелково. Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Литвиново оказывает первичную доврачебную помощь жителям из нескольких многоквартирных домов, в которых проживают более 2500 человек. Работу учреждения проверил депутат Мособлдумы Николай Черкасов. ФАП работает в специально приспособленном для этих целей здании. Раньше здесь была медсанчасть. В этом его отличие от других модульных, которые открываются в меньших по размеру населенных пунктах. В Литвинове отремонтировали прежнее помещение, построили пандусы, оборудовали рядом автопарковку, открыли кабинеты смотровые, процедурные, в них обновили холодильные камеры для хранения медикаментов, установили новую медицинскую аппаратуру. Имеются даже специальные сигнальные кнопки для срочного вызова медперсонала. Тем не менее, депутат Черкасов обратил внимание, что фельдшерско-акушерский пункт пока не может выполнить все запросы жителей по оказанию медицинской помощи. Я считаю необходимо, и вот в частности сами работники пункта говорят о том, скажем, такой прибор, как для измерения работы сердца, правильности, то есть снятия электрокардиограммы, он тоже должен быть. Это тоже входит в элемент первичной помощи населению. И, конечно, мы хотели бы, чтобы вот эти элементарные вещи были. Николай Черкасов побывал и в других фельдшерско-акушерских пунктах. В поселке Клюквенный ФАП также открылся недавно. Ежедневно сюда приходят 5-10 жителей. Фельдшер постоянно здесь проживает. Она может в любое время суток оказать необходимую медицинскую помощь. Второй модульный ФАП в селе Душоново совсем новый, открыт всего несколько дней назад. Сюда были завезены лекарства и медоборудование. Одновременно с этим еще имеются некоторые нерешенные вопросы. Требуется устранить недоделки, допущенные подрядчиками, а также полностью укомплектовать ФАП и медоборудованием точно в соответствии с их назначением. Результатом депутатского контрольного выезда будет обсуждение нерешенных вопросов с руководством Минздрава и территориальных органов здравоохранения. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.